Приветствую вас, друзья, гости и подписчики нашего канала. Мы продолжаем путешествовать и сейчас находимся в Кемере. Остановились в гостинице Viking Star Resort. Отдыхаем в этом отеле второй раз и сейчас сделаем вам небольшой обзор по этому отелю. Многие задают вопрос, что означают флаги, вывешенные перед отелем. Крупные отели вывешивают над входом флаги разных стран, демонстрируя внимание к иностранным гостям, уважение к их стране. Останавливаемся в этом отеле второй раз. Отель находится в центре города. Для прогулок после ужина идеально. Для самостоятельного шопинга в Анталию очень удобно. Остановка общественного транспорта в 5 минутах ходьбы. Базар по понедельникам буквально за углом. Надо продезинфицировать ноги, специальный раствор, и идем. Можно продезинфицировать руки. Здесь упаковка багажа стоит $5.35, весы $1.07. 35 лир – это 7 упаковок пленки в магазине Migros, стоит по 50 метров. То есть тут пол отеля можно упаковать за эти деньги. И весы. Висят санитайзеры везде, и показано, как правильно мыть руки. Ведро для перчаток и для масок использованных стоит. Правила, как себя вести в отеле. Мы остановились в номере «Стандарт» на третьем этаже. Видео будет позже, ссылка в описании. Уборка отеля и номеров на совесть ежедневно. В номере всего достаточно. Шампуни, мыло, бальзамы, туалетная бумага. Весь персонал отеля всегда в масках, перчатках. Перчатки и маски часто меняют и утилизируют. На входе в отель всегда проверяют температуру. Везде по отелю стоят для гостей персонала санитайзеры. Персонал пользуется ими постоянно. От высокомерия до обычного свинства можно разглядеть в поведении туристов, приехавших на отдых в отель. Некоторые отдыхающие ходят в лобби и в ресторане с голыми торсами и купальников, а еще в мокрых трусах садятся на сиденье в кафе и столовую. Кому потом приятно сесть на мокрое сиденье? Вот такие мокрые сиденья оставляют наши туристы. Посидела молодежь. А там дальше под стрим-трап. Напитки подают в пластиковых стаканах. Даже на лобби. Здесь с коронавирусом. Ну, в принципе, если вы хотите, можете запросить стеклянный на ваш страх и риск. Даже для кофе и чая есть бумажные стаканчики. Иногда вино можно получить в приличных бокалах. То Wi-Fi практически нет. Народу много, отель переполнен. Стоимость Wi-Fi в отеле платного 3 евро. Если на 10 суток берете, то это будет 20 евро стоить. В Vodafone стоит 190 лир, 20 гигабайт, туристическая карта. И стоит кулер, а люди подходят к этому кулеру и суют бутылки грязные под самое горлышко. То есть тут вообще полный трэш происходит. Примерно так это происходит. Просто. Москва, она такая оригинальная такая. А вы откуда? Я с Москвы. Ну. Не, я там 20 лет прожил, теперь в Омске живу. В Омске? В Омске? Да. Я оттуда. Ну, вот я 5 лет уже в Омске. Ну, я с Москвы уехал. На Москву. Да, ну. Все в деревню едут, а я в Омск почему-то. Ну там теплее, наверное.
Нет, хорошо. Я привык без шапки ходить всю зиму. 20 лет. Нормально. Ладно, всего доброго. Мы еще с вами увидимся. До свидания. Опять мы у местного садовника взяли черенки. Не первый раз все привозим. И у нас отлично произрастает. Позже сделаем видео по растениям, которые мы привозим из разных поездок своих. Но вот в данный момент особо выбора не было. Вот розовая бугенвиллия и гибискус. Посмотрим, как приживется. Нам отрезали. Сейчас пойдем поставим воду, а дома уже черенки посадим. Что вам сегодня подают? Фиш, курица, мясо, пельмени. Пельмени с непонятной начинкой. Фрукты, виноград, арбуз. Я взяла себе язык, рыбы и помидоры с оливками. Десерт. Вино. Приятного аппетита. Бон аппетит. Каждую среду показывают шоу поваров с тортом мороженым, факелами и веселыми танцами. Kitchen team, наша кухня команда, шеф-повар, шеф-кукер, мистер Джамалетин, and the other side from our restaurant and the bar, мистер Ялчин, with your weekend's applaudissement, пожалуйста, 2020 Viking Star Food and Beverage Team! Давайте еще большие аплодисменты нашим ребятам, нашей кухне команде, большие аплодисменты! So everybody, if you want to taste from this delicious ice cream cake nearby our pool area, we're gonna have for you one special stand. You can easily come and taste. Можно, можете подходить, пробовать прямо сейчас. Его будут возле бассейна разрезать. Подходите, не стесняйтесь. И у нас также начинается живая музыка. Тоже на пол в вашем распоряжении. Забывайте, что живая музыка у нас будет до 10:30 вечера. 22:30 будет окончание. Сотрудники организуют детскую и взрослую анимацию, которая является очень ненавязчивой и не мешает гостям выбирать отдых по своему вкусу. Для детей придумывают огромное количество занятий, творческие развивающие игры, занятия в бассейне и на улице, мини-диско. Когда взрослые заняты, ребенок всегда остается под присмотром и занимается интересными вещами. В 11:30 у бассейна проводится йога. 15:45 акваэробика. В данной ситуации, когда гуляет коронавирус везде, в отеле развешаны везде объявления в общественных местах. Вот, например, сейчас мы находимся в бассейне, и вот такое объявление: уважаемые гости, пребывание в бассейне возможно одновременно только 20 человек. В баре подают местные напитки: вино, джин, водка, кола, спрайт, фанта. Тут же убирают. Здравствуйте. Пиво, здрасте. Как дела? Хорошо, а у вас? Отлично. Отлично. Что подаете сегодня? Сегодня у
отеля есть песчаный и галечный пляж. На песчаный пляж возит автобус каждый час с 9 до 18. Вот так мы ездим с пляжа. Народ набилось битком. Никакой безопасности не идет речи. Все в масках, в перчатках. Второй пляж отеля «Викинг». Привезли раньше, возили на другой пляж. И такой вот пляж, полудикий, можно сказать. Песок черный, вулканический. Антон. Идем на пляж. Здесь есть туалет, раздевалка. Бар платный. Дезинфектор стоит. Галечный пляж расположен ближе, поэтому многие постояльцы загорают именно там. Время пути пешком составляет 10 минут. При посещении пляжа необходимо взять с собой обувь, чтобы комфортно передвигаться по крупной гальке. Вода кристально чистая, напоминает слезу. Вид на окрестности открывается удивительный. Пляж оборудован лежаками, расположенными близко к берегу. Да, просто.